На протяжении многих лет заседания Межгосударственного совета по конгрессной деятельности и выставочно-ярмарочному сотрудничеству стран Содружества СНГ проходит в Москве на ВДНХ, месте, воплощающем объединение национальных культур и олицетворяющем дружбу народов. Традиционно здесь собираются представители Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Молдовы и других стран СНГ. Делегацию из Абхазии на встрече представляет председатель попечительского совета Международного культурно-делового центра торговый представитель Республики Абхазия в России Олег Барцыц. Для нас очень важно принимать участие в форматах, которые проходят на пространстве Евразийского союза, на пространстве стран СНГ, постсоветского пространства, поскольку Абхазия считает себя неотъемлемой частью и очень органичной частью этого единого пространства. Все процессы, которые протекают на евразийском и постсоветском пространстве, я думаю, со временем в эти процессы будет также интегрирована и Абхазия. Для этого мы обладаем всем необходимым потенциалом. Налаживание контактов, обмен опытом, содействие продвижению на международный рынок научно-технических инновационных разработок товарной продукции, а также участие стран СНГ в международных выставках и ярмарках – главные цели Межгосударственного совета. Участники заседания обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в различных форматах, а также потенциал интеграционного взаимодействия. Обсуждался и ход работ по созданию выставочно-торговых центров в национальных павильонах на территории ВДНХ и перспективы их функционирования. Среди них и павильон Абхазии, который совсем скоро откроется. Руководство выставки делает все возможное для того, чтобы этот объект был сдан именно в этом году. И я хочу выразить вот отдельную благодарность, не могу не отметить тот факт, что вот сейчас очень серьезные усилия предпринимаются и Москвой, и ВДНХ. И генподрядчик выделил все возможные свои там резервы, силы для того, чтобы закончить объект в срок и чтобы наш объект был один из таких очень востребованных на выставке, потому что наша концепция, которая была вложена в проект приспособления, она наполнена очень серьезным техническим, эксплуатационным, таким современным наполнением. И вот то, что будет воплощено потом в концепции, я уверен, это вот принесет радость и гостям столицы, и абхазским посетителям, которые будут в этом павильоне находиться. Мы собираемся наполнить этот формат очень серьезной работой, очень серьезным содержанием. В ближайшее время мы формализуем наши отношения и с московской абхазской диаспорой, и с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, чьи команды очень талантливые, очень мобильные, динамичные. Они проводят огромную работу по популяризации нашей страны, по сохранению нашей культуры, традиций. И поэтому такая площадка, как Национальный центр Абхазии на ВДНХ, на самом главном выставочном, культурном, историческом пространстве Российской Федерации. Разумеется, для нас имеет большое значение участвовать в работе на такой площадке, на такой интеграционной площадке. Павильон номер 6 был построен в 1954 году. Первоначально в нем размещалась экспозиция Литовской ССР, а с 1964 года он носил название Академия наук ССР «Химия». Совсем скоро его двери откроются вновь в статусе национального павильона Абхазии. Гугуцева Ардания, Абхазское телевидение.